В отношении всех внешних вариантов говорят сейчас много и многие. Мне бы хотелось попытаться выразить только христианскую точку зрения. Только. Не касаясь никакой политики. И вот если это попытаться, то я бы сказал следующее. Совершенно очевидно, что все наши, ну, скажем так, скорбные, что ли, события, они происходят, ну, в силу понятного для всех нас явления. Ну, попробуйте вы что-нибудь по гвоздям ходите, начнется воспаление. Как это воспаление отзовется, ну, не знаю, может, заражение кровью, может, просто сильно болеть и так далее. Все наши грехи, они по-разному отзываются. И поэтому все, что происходит у нас с таких печальных вещей, они все в конечном счете связаны с нашими грехами. Но хочу при этом сказать и напомнить из Евангелия, что нельзя думать, что если с кем-то происходит что-то худое, значит, они самые грешные. В Евангелии замечательно, когда Христа спросили, как вот понять, там Силамская башня упала и побила там 18 человек, побило, как это? Христос ответил, вы думаете, что они были грешнее всех? Нет, говорю вам. Слышите? Нет, говорю вам. Но и все также погибнут, если не покаетесь. Это вот первое очень важное. Что это очень важно. Нельзя полагать, что, следовательно, там Украина самая грешная, а мы праведные. Или кто-то такое другое. Второе, что, на что следует обратить внимание. Итак, события происходят. Действительно тяжелые и кровавые. И вот сейчас нужно попытаться отойти, чтобы выразить христианскую точку зрения, отойти от политических оценок, кто прав, кто виноват, хотя мы, так сказать, все убеждены в своей точке зрения, так, и сделать то, чему научает наш замечательный библейский пример. Пророк Иона был послан в Ниневию по той причине, что как было сказано, Ниневия развратилась. И пророк был послан Богом для того, чтобы уничтожить Ниневию. Точнее, проповедовать ниневийцам и сказать им, вот, кто вы такие, и теперь Бог сейчас вас уничтожит. Известная история, что произошло там, а что? Действительно, пророк Иона пришел, проповедовал, и что сделали ниневийцы? Царь снял с себя царские одежды, оделся во вретище и объявил по всему этому великому городу, объявил трехдневный пост. Пост – это не то, что мы подразумеваем там скоромные посты. Нет, слово «пост» – это не едение, вообще полное. И рак, представляете? 40-градусная жара. 3 дня. Можно себе представить, что там творилось. Все люди тоже во вретище, да, в рубище оделись, посыпали голосу и пеплом, как это и принято было в древности. То есть был настоящий пост покаяния. Покаяние и пост. И что произошло? Помиловал Бог Ниневию. И он не увидел этого огня с неба, который должен был пожрать Ниневию. И когда он возмутился, то Бог ему ответил, ты знаешь, что здесь 120 тысяч только тех, которые не могут отличить правой руки от левой, и сколько скота, еще меня что вот это очень умиляет, что Бог говорит даже о скоте, да, и мне ли не помиловать было этого города, который так покаялся? Все, Ниневия была спасена. Это замечательный факт. И параллельно приведу другой из Евангелия. Когда ученики не могли изгнать беса из одержимого мальчика, а Христос изгнал, то ученики спросили, почему мы не могли этого сделать?
Христос ответил: «Этот род изгоняется молитвою и постом». Вывод мой. Если бы сейчас вся русская церковь, пусть кто угодно, на совести каждого, но вся церковь, было бы принято решение, что вот день один, объявляем пост и молитву. Пост и молитву за страждущий народ украинский. Я не сомневаюсь, что там бы произошли события, которые бы остановили этот ужас, и украинский народ пришел бы к нормальной жизни. Вот, мне кажется, христианский ответ. А политики пусть занимаются своим делом, это не исключает. Но церковь вот что бы должна была сделать. Не просто молиться. Ученики молились и ничего не могли сделать с бесноватым. Как и он был, таким и оставался. А Христос, если мы обратимся к Евангелию, каким он был? Он не просто молился, а он пост и молитва. Даже перед выходом на проповедь 40 дней ничего не ел. И это закон великий, постом и молитвою, а не одной молитвой. Вот я глубоко убежден, что если бы сейчас был бы призыв к русской церкви, ко всем, а дальше пусть как кто хочет, как у кого совесть позволит, насколько он способен, один день, один, не три дня, было бы, конечно, здорово три, ну разве мы теперь можем? Это не видите, не могли. Хотя бы один день провести действительно в молитве и постом, не сомневаюсь, что проблема Украины была бы решена. Вот мое убеждение, мой взгляд на, так сказать, это христианский, по-моему, ответ на эти события.